Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Познакомился с девушкой, пишите вы. У нее трое детей, месяц общаемся и встречаемся. Один раз за это время ездил с ее родными в поездку на пару дней. Все выходные вечером она проводит с сестрой и племянницей, ходит в клуб, кафе и кальянную. На день рождения сестры пошла без меня. На свадьбу пригласили, тоже планируют идти без меня. Говорит то, что мы еще находимся вместе везде. Нормально ли, что она меня никуда не берет с собой? Если честно, последняя фраза мне не очень понятна по контексту. Вот, ну, в смысле, вот, что вы имеете в виду? Или что она имеет в виду. То есть это имеет в виду, что для нее это означает, что вы все время вместе и так. То есть я не очень, честно говоря, этот момент понял. Но вообще похоже здесь на то, что вас, вероятно, не устраивает то, что вы с ней, по сути, вместе, ну, как бы не бывает, что она везде без вас. Я, правда, не очень понял, почему вы сами не заявляете свое желание, как бы, быть с ней. То есть, ну, говорить, что... Почему вы не говорите, что, типа, я с тобой и так далее, если вы считаете, что, ну, должно быть больше взаимодействия здесь. Вот, потому что, ну, если вы хотите, собственно, быть с... девушкой, то, ну, на мой взгляд, ну, вполне логично, что вы, как бы, об этом заявляете. А тут получается, что вы как будто бы просто, ну, не знаю, ждете, что она вас с собой позовет. Мне это немного странно. Такое ощущение, что вы, ну, как будто бы не очень уверенный в себе человек. Хотя, тут, может быть, я и не прав. Вот. Потому что это просто самое предположение. В любом случае, вас что-то не устраивает. Вы, судя по всему, девушке об этом не говорите. Вы почему-то не выражаете того, что, собственно, вас не устраивает, и спрашиваете, у нас нормально ли это. Я думаю, что этот вопрос вам нужно переадресовать самому себе и у себя спросить, нормально ли это для вас. И если для вас это не нормально, то, собственно, что вы будете с этим делать, потому что девушку, судя по всему, все устраивает. Ну, вот. И куда более важный вопрос, что стоит на вашем пути к тому, чтобы выразить, собственно, неприемлемость такого поведения девушки. Вот. То есть, как будто бы вы боитесь или чувствуете себя ниже ее и так далее. Вот. В целом, человек ведет себя достаточно независимо, достаточно самостоятельно, и, на мой взгляд, это, ну, вполне адекватное поведение, если в этом отсутствует какая-то, ну, какое-то двойное дно. В том смысле, что, например, девушка это делает из-за страха сближаться или еще по каким-то своим причинам. Вот. Я бы здесь обратил внимание на то, что между вами общего есть, между вами и вашей девушкой, ну или не вашей девушкой, а просто девушкой. Вот, потому что из вашего текста видно, что вы месяц общаетесь и встречаетесь. Вообще-то общаться и встречаться не одно и то же. И вам бы надо как-то, на мой взгляд, убедиться в том, что вы действительно с девушкой
встречаетесь, а не общаетесь, потому что девушка вполне может думать и полагать, что вы просто общаетесь. Вот. Такие случаи, по крайней мере, я такие случаи знаю, когда вот подобно непонимание между людьми, разность, условно говоря, восприятия, да, она, в общем-то, достаточно сильно влияла на отношения. Вот, поэтому, ну, помимо того, что месяц это очень мало, вот, для общения, точнее, для, ну, того, чтобы знать человека и так далее, вот, месяц это очень мало, особенно для человека, у которого явно за плечами опыт отношений, вот, такие люди достаточно медленно могут идти на контакт, собственно говоря, медленно идти на сближение, вот, поэтому данный аспект тоже нужно учитывать. Известны случаи, когда, ну вот, подобным образом девушки проверяли мужчин, вот, на, так сказать, искренность их чувств к ним. Вот. То есть такое поведение, да, вот, какой-то степени вызывающее поведение, оно связано именно, вероятно, с тем, как девушка вас воспринимает в контексте своего предыдущего, ну, своих предыдущих отношений. Вот. И если вы не займете твердую позицию, вот, то для вас отношения могут закончиться уже довольно скоро. Вот. Поэтому я рекомендовал бы вам, если у вас есть трудности с уверенностью в себе, да, я бы рекомендовал вам в этом направлении поработать и, собственно, уверенность в себе несколько повысить. Вот это можно сделать на психотерапии, на консультации со специалистами. Вот, если у вас есть страхи, например, страх потерять девушку и так далее, с этим тоже нужно поработать. Но, повторюсь, обратите внимание, вам имеет смысл на то, что между вами общего, между вами и девушкой. Вот. Это ключик в любом случае к сближению, либо, напротив, к пониманию того, что между вами ничего быть не может. Вот, и чем более четкая ваша позиция, заметьте, не жесткая, а четкая, это разные вещи, чем более четкая ваша позиция, тем более, больше шансов вы получите на то, чтобы отношения развиваться. Вот. Довольно странно, на мой взгляд, решение поехать с ее родными в поездку, с учетом того, что вы месяц только общаетесь. Я вот повторюсь, я не понял, вы месяц встречаетесь или месяц вы общаетесь. Это деталь, но это важно. Это деталь, было бы очень хорошо, если бы вы на это обратили бы внимание, как-то подкорректировали. Потому что если вы месяц общаетесь, это одно, а если месяц встречаетесь, это совсем другое. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.